Всех приветствую, с вами Друманин Дрин, и я продолжаю проходить Dragon's Dogma, так как люди у меня просили, ну, я, собственно, стараюсь ее по мере возможности продолжать. И сейчас, долго не отходя от темы, чтобы те, кто начали смотреть видео, не бросили его и в самом начале ответили мне, на что я очень надеюсь, нужно ли мне понизить уровень сложности в Dragon's Dogma. Некоторые мне люди писали, что из-за того, что очень сложно, бывает неинтересно смотреть, да и мне самому сложно, я... вот. Честно, я никогда не сбрасывал обычно сложность, как бы не было тяжело. Вы помните Кастельванию, вы помните Метал Гиры, я это осилил. Но эта игра, мало того, что непонятная, она еще и жутко сложная на сложном. Поэтому, не знаю, я бы мог предложить вам альтернативу. Сначала на нормальном пройду и пойму, что это за игра. Подожду русификатор и пройду на харде. Либо я продолжу мучиться на харде, либо переходим на нормал. Буду от вас ждать отписи, надеюсь, что вы как бы... проявить активность, все-таки черкануть вам пару сообщений не будет мне сложно. Ну а пока мы будем продолжать на харде и отправимся мы по совету некоторых людей в одни места, не знаю, отдаленные. This is but a matter of time. I have a buyer for your property. Как-то он этот картава говорит немножечко. А, ну, он этот, землевладелец. Землевладелец. Never mind. А что ты продаешь? Ты продаешь Coin Purse of Charity. Инструменты какие-то продает. Wakestone Shard, я не знаю, что такое. И что такое демон с препариат, я тоже не знаю. Было бы прикольно, если бы это был режим демона какой-нибудь. Так, ну ладно. Карта, карта, карта. Давайте посмотрим, куда нам нужно идти. Да, нам можно идти. Zinky Payment, Cassardis, Mountain Waste Castle, Mountain Cottage. Давайте просто пошаримся вне города. Может быть, там мы найдем, ну, если не квесты, то просто посмотрим, может быть, там что-то есть интересное. Может, полегче где-нибудь там игра есть. Сейчас найдем только выход из этой деревни. Деревни, я говорю, города имел в виду. Он большой и, знаете, достаточно хорошо симулирует жизнедеятельность. И выглядит достаточно аутентично. Честно говоря, он мне чем-то даже готику напоминает. Я недолго в готику играл, но по первым впечатлениям она мне напоминает. You have the makers... А, ты имеешь что-то типа знак создателя. Сэр. And I, я благодарю тебя за это. Я made up my mind. Может, типа запомнит. This my heart to breaking. We are in no place to defeat. Они жертвы чего-то. Не дают мне из города выйти. Hail, friend. Been some time. Trust you've been well. But come, if it was idle twerting you'd wanted, you'd have a sort of pretty bird than this old crow. Старая ворона. Hear him out. Ну, давайте выслушаем. See someone here. I only have need of your eyes. Follow them and see what business has them out. Проследи за кем-то, просит. I know. But pray, lay your shiver. I do it myself, but there's aught has me away from Grand Soret for a time. Tell your findings to the innkeep. Tread carefully, friend, and quiet. Shadow the suspect. Я понял, он в замке, типа, просит за кем-то проследить, насколько я понял. Ну, я, видимо, красный это не квестодатель, красный это просто диалог. А как раз таки зеленый это квест, а желтый он у нас, видимо, в активном состоянии. Что вы нам творите? Полезно, собирает хотя бы золото. A
Ой-ой-ой! Stop here, criminals come! Блин, я опять забыл про эту фигню. Опять бедного Ризана в тюрьму посадили. Блин, да что ж такое, я почему все время забываю-то? Привык, что можно в таких играх бить безнаказанно. А я... не знаю, как-то... Где-то с 2008, с 2010 наконец-то убрали эту фичу, что можно... как бы... бить НПЦ и за это получать что-то. Вот здесь мы его подкупили, видите, Брайтхим. Видимо, он нас выпускает достаточно. Ну ладно, 5000 это такие мелочи. Я могу хоть 10 раз в тюрьме пересидеть, мне это ничего не сделает. Тут очень у меня много золота. Так, окьюпай, окьюпай. Тюремную робу прокачиваем. Нет, это целиком. Стоп. У меня не оделась куртка. А, она не одевается с тем костюмом, понятно. Вот так. Да, во-во-во, вот наш костюмчик. Ой, ладно. Запомни, Друманин. Не бей чертовых жителей. Они опасны. Не знаю. У меня почему-то привычка бить всех этих людей. Это, наверное, у меня пошло с каких-нибудь ММО, где можно спокойно избивать кого угодно, и тебе за это ничего не будет. Я считаю, это, кстати, неправильно. В ММО нужно какие-то вот эти вот маленькие фишечки вводить. Например, в Metal Gear это очень круто выглядит, пусть это и не пример ММО, но на Metal Gear нужно равняться. Какой-то у них маг взбесился, какой-то фрукт сжег и убежал, а ему нужен какой-то его фолиант, насколько я понял. Это тоже квест. А, ну я у него, наверное, взял уже, да. У вас тоже можно какой-то квест взять, или вы что? Нет, тут ничего полезного, они просто торговцы. We meet again, friend. Ну, отпускаю там комментарии. Я так понимаю, они действительно как бы... вот эти вот пешечки-то симулируют жизнь. Причем достаточно хорошо. В замок меня, по-моему, пока не пускают, так что смысла нету. Ладно, давайте уже выходим. Не знаю, честно говоря, что мы будем делать. Я не знаю, куда идти. Побродим, походим в этой серии. Выясним ваши отношения к уровню сложности, а уже потом от этого можно будет строить дальнейшую тактику. По крайней мере, если я изменю уровень сложности на нормальный, я знаю, что можно пойти в лес с бандитами и попробовать спасти ту женщину, которая отправилась лечить нас. Ну, помните, она еще в начале игры, в первой серии, за нами ухаживала. Буренки. Надеюсь, их можно трогать или нет? Ну, я не буду их трогать. Залезть на них можно? Блин, это настолько прикольно выглядит. Я умер от коровы. Я умер от коровы. Какой Карл? Просто невозможно умереть от коровы.
Я самый ужасный герой из всех. Умереть от чертовой коровы я не могу. Как такое вообще возможно? Помереть от коровы. Ладно, все, я понял, это опасные коровы, их не трогаем. Я хотел направиться к этому фиолетовому маркеру и посмотреть, что он из себя представляет. Ну ты не умрешь с этого уступа, прыгай свободно. Они меня трогают или нет? Нет, вроде не трогают. А то я прошел мимо, он как-то голову так приподнял, думал, он меня легнуть хочет. Или забоднуть. Забодать. Скрипит нашу партию испытать в бою. Так, а это он нас куда-то далекую даль показывает. О, это вон куда показывает. Не. Я туда никак не доберусь, уж тем более по воде. Ну, пока утро, давайте просто побегаем, посмотрим, что тут есть. Я не знаю, куда идти. Даже не представляю. Как бы, куда лучше пойти, где я не умру с одного удара? Так будет правильнее спросить. А, этот открывается. Блин, ну давайте, сразитесь уже. Пойдемте, найдем приключение на мою пятую точку и посмотрим вас в действии. Все-таки вас-то толком и не видели. Джунипер, Ашина и... кто там у нас еще? Корн. Корн. Разрушенная крепость около нормальной. О, бандиты. Ну, давайте, бандиты. Ой, ну хотя бы они меня уже не ваншотают, и то хорошо. Это, видимо, малоуровневые бандиты какие-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого, нифига они там... Видели, что они творят? Ой-ой-ой! А ты, блин! Не успел увернуться немного. Игра, в принципе-то, выглядит даже получше Dark Souls, но и не хватает одной особенности Dark Souls. Чертовых перекатов! Если в Dark Souls все завязано на фреймах и умении перекатываться, то тут просто... Блин, не надо было брать рогу, я думал, будут перекаты, интересная игра на ловкаче, а в итоге оказалось, что мне нужно, блин, танка было выбирать и переть просто щитом в лоб. Либо этот перекат дается как-то по-другому, и из-за того, что английская версия, это непонятно. Вообще, надо было какой-нибудь мага брать и все. Танк бы тащил, я бы расстреливал. Череп? Интересно, череп мне зачем? Ой-о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 й! Убили Аризена. Не, ну просто не хватает. Ну не хватает. Мне нужны перекаты, но их нет. Их просто нет. Ладно, что еще сказать, люди? Я, наверное, скоро постараюсь сделать особенные проекты. По крайней мере, парочку. Меня... И мое самолюбие, и отсутствие этого контента в интернете, и также друзья подталкивали и подталкивают на это. Так что я постараюсь сделать, как соберусь с духом, как подготовлю все, что мне нужно, насколько я это хочу видеть, так я думаю, это и сделаю. Лучше я буду делать это месяц, но качественно. Например, умирать от бандитов. Блин, меня уже тянет нажать кнопочку Normal Game. Потому что это верх скамоедства в играх. Когда от уровня сложности ничего не зависит, кроме того, как быстро твое здоровье убывается. Вот если в играх, когда вы играете, например, от уровня сложности меняется расположение противников, какие-то доступные улучшения, ну, например, не знаю, давайте возьмем какую-нибудь стрелялку, где, например, в начале чуть ли не игры вы можете закупиться предметами, в том числе какой-нибудь, там, не знаю, убер-мега-снайперкой и просто расстреливать всех.
Ну вот, а на сложном уровне, например, ее бы запретили. Вот такая сложность мне нравится. А вот это бесит. Это больше бесит, чем доставляет удовольствие. Уйди! Да блин, ну нифига не видно! Ах. Может, ну их нафиг, да? Ну их нафиг. Я уже 4 раза умер, думаю, вам не будет интересно смотреть, если я всю серию буду на них вайпаться. Я хотя бы пойду посмотрю, что там и где. Грэнсис. Ладно, давайте все-таки пойдемте посмотрим еще другие области. Может, тут еще что-нибудь интересное найдется помимо этого. Интересно, что дает покупка земли? Насколько я думаю, что дает покупка земли, она дает, скорее всего, какой-то, ну, доход. Ежедневный, еженедельный, ну, в общем, какой-то, но доход, я думаю, она дает. Может, их отсюда же стрелять. Их просто нету там. А, вот есть. Лук как-то очень странно стреляет. Не то чтобы даже неправильно, скорее как-то непривычно. Особенно после всяких скайримов, где лук стреляет тем выше, чем ниже вы его опускаете. Точнее, стрела летит. Правильнее сказать. Вот такие вот мне нравятся тактические ходы, что, например, можно куда-то забраться и буду расстреливать спокойно. Не, мои пешки очень сильные. Они даже без меня, наверное, их могут разобрать спокойно. Мне главное выжить. Ого! Неплохо он его подкинул. Эй, не-не-не-не, Корн, не откидывайся. Ашина, танчи! Ну, смотрите, он, блин, поступил по-умному, взял, отошел, подлечился. Есть какой-то интеллект в этой игре у них. Ох, вот это его переклинило. Нет, все, не идем к ним, не идем. Лучше я пойду куда-нибудь в другое место. Не хочу к ним идти. Они противные. Не, ну а какой вообще может, о каком прохождении может идти речь, если вы пытаетесь бандитов убить? Они не убиваются, они отказываются это делать. Знаете, не часто встретишь РПГ, где можно откинуться от бандитов. В основном это груши для битья. Просто для нагнетания. Но никак не серьезные противники. Ну, если Borderlands считать за РПГ, то бандиты там бывают и вполне себе солидными противниками. Ну, это Borderlands, там своя атмосфера, мягко говоря. Знаете, по сравнению с этой игрой, Dark Souls достаточно линейный. И это опять же ему плюс. Потому что я сейчас не знаю, куда идти. А если в Dark Souls встречаешь сложность, хотя обычно такого не бывает, то всегда есть альтернативный путь. Не подумайте, что я нахваливаю Dark Souls. Dark Souls 2 отвратителен. А первый отвратителен, потому что он не хочет запускаться, поэтому я не могу его продолжить. Так, короче, разбирайтесь сами. А, мне показалось, тут кто-то крикнул, типа дракона. Ну ладно. Слава богу, это только показалось. Ой, а, это он, видимо, крикнул какой-то тьмой и зачарил наше оружие на тьму. Выглядит круто. Не, иди от меня.
Ой-ё! Блин, держитесь! Эй, ну что вы творите? Нет! Так, ладно, держи их, держи на прицеле. Здесь ничего не тратится на их поднятие. По крайней мере, не похоже на то. Попали в меня, но не смертельно. О, стража решила помочь. Во-во-во-во, давай-давай-давай-давай! Давай-давай-давай, детка, да! А, так это наш был. Тьфу, блин, я думал, это какой-то монстр. Ну, этот, один из бандитов подбежал. Фу. Так, опять бежим наших поднимать. А все, мы их убили? Фух, убили. Если бы не мои напарники, я бы слился. Спасибо. Пешечкам. Понце. Если бы не они, я бы откидывался от каждого бандита. Но не все еще потеряно. Видите, бандиты еще есть. Накинуться я еще могу. Блин, вот надо было мне выпендриться. Ну надо было мне с этими тупыми ножами выпендриться. Если сейчас у замка, я обрежу, потому что, блин, вас это уже достало, я уверен. Ну нафиг это. Лучше я вырежу их, попытаюсь убить. Да, все, ну, попытаюсь что-нибудь сделать. Очередные чертовы бандитики. По крайней мере, меня за не заметили. Эх, можно было бы в пешек переселяться. Игра бы открыла перед собой новые горизонты. О, это я помню, я немножечко успел Ведьмака 3 поиграть, там были вот такие вот уступы, за которые можно хвататься. Ну ладно, не заметили меня, но сделать мне ничего не могут. Ну и черт с ними, ну и черт с ними. Давайте побегаем еще по области, посмотрим, что тут есть. Стражники, вы бы хоть свою работу делали. А то бродите тут, бродите, а... Ты как туда забрался? Ну ладно. Я понял намек. Типа, заберись или не мужик. Где он-то как туда забрался? Они там откуда-то забираются. О! Видимо, эти стрелы имеют определенный шанс ваншотнуть противника. Но, скорее всего, очень мизерный, потому что за прошлый бой, пока я обстреливал бандитов, я никого не убил. Будем знать. Надо либо это подтвердить информацию где-то, либо просто посмотреть на каких-нибудь вики. Опять же, не хочу лазить на эти английские вики, из которых потом, блин, не выбраться из этих дебрей. О, ты кто? Opponent status can be determined by icons.
Mean the pawn in an is online. Is a pawn to whom you cannot give gifts. Не можешь дарить подарки. Дружелюбная. Пан ю. Седрик. Нет, спасибо. Пытается делать мир более живым, но я на самом деле бы лучше сделал, что ты как бы, знаете, как система в Dark Souls, то есть вторгаешься, но не то чтобы вторгаешься, ты бы создавал как бы свою пешку в других мирах, когда там хотел бы поиграть в онлайне, в коопе. И она бы автоматически ходила, ты мог за этим всем наблюдать. И любой из игроков мог бы подбежать к тебе, там видел бы тебя и мог бы присоединить тебя к своей группе. Это было бы круто. Где копия или нет? Они очень похожи, но надеюсь, что... А, не-не-не. Жуниор, он как гномик. Он меньше, но у них очень похожие одеяния. Я сначала даже подумал, что это просто еще один жуниор. Я бы, кстати, посмотрел на партию целиком из одних одинаковых пешек. В принципе, можно создать трех одинаковых пешек. Просто взять внешность одного из паунсов и сначала создать своего персонажа по его внешности, а потом уже своего главного помощника. О! Гоблинцы! Ну, вот эти вроде легче. Лучше не обманывать себя какими-нибудь иллюзиями и всегда быть наготове. О, опять левелап? Ну, это у Ашина, она так и не апнулась у нас. Не, они, кстати, очень легкие. А вот этого тварь, скорее всего, нет. О! Давай, 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 держи! О, какой-то черный шар отпустил. Это типа вождя у них, скорее всего. Очень похож, по крайней мере, тоже корону какую-то носит. Но он легкий. Вот с кем мне нужно драться. Мне нужно на 12 уровнях драться только с гоблинами, которые являются, скорее всего, только первыми противниками. Показала, типа, что я, наверное, чуть-чуть загружен. А это зачем? Так, я не понял. Громыши. Она горит, а что от этого меняется? Забраться нельзя, взаимодействовать нельзя. Ну ладно. Пусть стоит. Пусть стоит. Животинка. Эй, иди сюда. Ты будешь моим обедом на сегодня. Crack of Beast. Типа звериный окорок, ну или что-то типа подобного. Не знаю слово скрак, но судя по иконочке, это относится к мясу животного. Я даже убить оленя не могу. О! Ну-ка, если я его в сородичи кину. Не докинул. Просто оленя залегали, я не могу. А, я не могу, я просто не могу. Только не говорите, что все сначала.
Меня только чертова оленя убили. Пожалуйста, не говорите, что сначала. Ладно, пофиг. Мы наснимали достаточно материала. Я высказал свои мнения. Мы посмотрели окрестности. И я еще раз посижу, подумаю. И все-таки решу, куда мы потом отправимся. А сейчас, на такой грустной ноте, когда меня убили чертовы олени, я удаляюсь. Всем большое спасибо. Посмотрите мои дальнейшие видео. Предвкушайте новые проекты. Также можете мне что-нибудь подсобить. В основном я сейчас собираю денежку на Dark Souls 3. И если у вас будет желание мне помочь, я буду очень вам признателен. Вот просто безгранично. Все. Всем удачи. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Пока.